А теперь... тихо. Почему? Будет спать? Да. Надо тихо. Наташа, бебе! Привет! Всем привет! Вы на канале Наташа Беби. Сегодня мы ребенок будем открывать. Вот этого ребеночка будем открывать. Вот эту хорошенькую куколку. Бэби Белла. Вот у нее сосочка такая здесь есть. И бутылочка, чтобы кормить молочком и кашкой. Да? Девушка, смотрите, тут шапочка. Шапочку можно будет одеть. Ну что, будем открывать? Да. Давай. Я начинаю оттуда. Ты начинаешь оттуда? А здесь даже нету скотча. Ни здесь, ни приклеи даже. Ну, давай, открывай. Просто открывай, да? Угу. Оно так сильно. А, вот. Готово. Готово? Да. Ну, давай-ка я посмотрю, если нужно тут отрезать ножницами. Давай отрежем вот тут. Ножницами? Ножницами, вот тут на шее держит. Аккуратно, только не перебей. Вот так, смотри, вот так нужно достать. Так, и теперь вот так мы отрезаем. Проволокой прикручено. Классно. Сильно, да, чтобы... Еще и голова. Еще и голова. А здесь еще и повязки надо. Сейчас вот так раз. И повязки. Вот здесь вот так раз. Моя бебе-бо. Осторожно. Держи бебечку. Бебе-бо. Я достану. Это и хочет. Давай, доставай. Это надо сзади только. Так. Так. Оно не давай, все. Это вот так. Надо раскрутить. Готово. Вот. Все? Балби написано. Написано да. Балби. Да нет, Наташенька, там написано бэйби. Dream Collection. Коллекция. Мечта. Я хочу одежду ей поменять. А эта одежда у нее снимается? Я думаю, да. Ну-ка, дай-ка я посмотрю. Ой, какая она вся мягонькая. Смотри. И ручками шевелит, и ножками шевелит. Ей можно вот так, Наташа, шапочку одеть. Оденем? Нет. Не хочешь шапочку одевать? А ты одежду эту ей не снимешь. Видишь, она здесь держится очень так. Она пришита. Она не снимается. А я думаю, снимается. Ты вот давай-ка ребеночка покорми. Вот. Кашу ей дай. Молочко. И еще вот это молочко. Дай это молочко. Это молочко. Нет, это дай. Кашка. Это будет кашка там у тебя в бутылочке? Я сняла. Ну что, вкусно ей? Да. Уснула уже. Уснула? Ну на руку сюда ее положи-ка спать. Так. И еще одеяло ей на руку. Одеялка? Ну давай шапочку ей тоже оденем. Ну вот ей не хочет. И будет, ну, чтобы будет... у нее головка не мерзла. Но ей будет жалко. Ну, мы вот так оденем сейчас, и потом ты снимешь. Посмотрим, как ей красиво в этой шапочке. И соски. Вот как в и шапочке. Соски. Хорошо. И соски. Что-то упало, наверное. И сосочку ты наверное, ей наверное, сейчас... что-то упало. А сосочку вот так вот дай ей. Как? Ну, вот так. Ну-ка. Ха. А никак, Наташа. Сосочка просто держится, но вроде как ей ее не получится дать. Так на а, нет, вот так, там магнит. Вот, все, держится сосочка, все хорошо. Вот и все? Да, там на магните она держится, видишь? Магнитиком вот так притягивается. Вот теперь ты ее можешь вот сюда вот так положить. Вот тут она может спать. Теперь вот она проснулась. Вот такая теперь у нее. Теперь она проснулась. Переноска. Проснулась. Сумка-переноска для проснулась. Ребенка. Проснулась.
проснулась. Уже проснулась? Что-то еще упало. Посадить в рюкзачок. Да. Или такая кенгурушка. Да, кенгурушка. Кенгуру переносить маленьких детей. И сосочку. И сосочку. Вот так ей ножки. Он сюда будет держать сосочку. Одеваем. Опа. Вот. И да, сзади. Ну, пока давай вот так впереди оденем. Вперед одевай. Вот эту руку суй. Сюда. Нет, вот сюда. А эту вот сюда. Вот так. Ты будешь такая мамочка хорошая, да? Будешь вот так носить ребенка. Выполнил. Ну, наелась, наверное. Это у тебя девочка же, да? Ну что, Наташенька, ты будешь ее... лечить. Ты хочешь ее полечить, да? Ну, пока я сниму это, так, и буду лечить. Ну, давай. Я... у нее болит ручка. Ручка болит? Вот ну, это. Давай, надо полечить. А как ты будешь ручку лечить? Первый вот сначала это. Сначала померишь температуру, да, градусником? А ручка Номи? Ручка Номи, но болит. Ручка в норме, но все-таки болит? Да. Что-то с ней все-таки случилось, да? Да, полечи ее, мамочка. Ты мамочка? Угу. Ну, давай. Что ты будешь делать? Вот это лекарство будет. Дашь ей лекарство, хорошо. Сейчас, ага, буду лекарство. Няма-няма. Ему понравилось. Она хочет каждый день. Каждый день лекарства теперь? Да. Потому что это сладкое лекарство, ей понравилось. А, вот в чем дело. Сладкое лекарство ей понравилось. Что еще ты? Зубы ей посмотришь? Ты ей ручку зеркалом смотришь? Это ей как-то поможет, да? Да. Все вылечила. Все вылечила, отлично. Это просто кость сломалась, и я уже починила. Ну ты молодец, какая ты молодец. Будешь кормить? Да. Давай. Там настоящая вода, я притворяюсь. Ты притворяешься, что там настоящая вода? Да. Угу. Вот, засунута. Ой, она сама держит. Посмотри. Отлично. Она руками держит. Ой, как хорошо. Сняла. Ну что, положишь ее спать? Я пора хочу спать уже, да? Хочу полежать. Маленьким деткам надо много спать, да? Много-много. Тысячи километров. Тысячи километров надо спать. Угу. Положила, укрыла. Вот ей там как тепло, да? А тебе? Тихо. Почему? Будет спать? Надо тихо? Ну что, тогда всем пока. Всем пока. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал Наташа Беби. Всем пока! 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 Пока.